урок физики, но когда пришла с уроков, она говорит: «Мам, мне хотелось эту физику слушать и слушать. Что это такое?» Вот, и, ну, соответственно, с мать-мастером, конечно, да, память, конечно, тоже, да, улучшается, но по омеге тоже, хочу сказать, улучшилось мое состояние кожи, то есть она очень-очень сухая у меня кожа была, и это я заметила сразу. И дочка тоже у меня сказала, она говорит: «Мам, закажи мне еще омегу». Я говорю: «Почему?» «Ну, я так думаю, что это, говорит, омега влияет на мою память». Я говорю: «Да ты что?» «Ну да, я же, говорит, начала учить стихотворение прямо на перемене и сдавать, то есть учителю». То есть это настолько такие вот продукты, которые в моем понимании меняют жизнь, меняют какое-то мировоззрение, я не знаю, улучшают прям состояние, да. И ты хочешь говорить и говорить об этих продуктах. Глаза открываются и горят, и ты говоришь людям, а люди не понимают тебя. Это бывает, да? Но когда от своих партнеров я начинаю слышать тоже результаты, я говорю: «Ну вот видишь, а ты, говорю, сомневалась». Вот такие вот у меня результаты.